Всем привет, с вами Маклак. И сегодня у нас на обзоре лайнер, точнее не лайнер, а корабль академик Мстислав Келдыш. Вот. Корабль назван в честь советского академика. В общем, это такое исследовательское судно. Вот это, кстати, довольно-таки неплохая, вот, кстати, у нас Единая Россия. Так, сейчас. Единая Россия, Метрополь, Газпром, канал Вести. Вот. Потом, кстати, давайте сейчас поглядим салон. Точнее, салон. Как его капитанский мостик, вот так вот, кстати, выглядит. Вот тут компьютеры всякие разные. Вот там у нас двери, так, что у нас здесь? Вот тут у нас вот тоже всякие приборы. Вот тут радар. Тут тоже, но это не работает. Вот. Тут дело в том, что тут практически одни бутафории, так что даже не надеюсь запустить его. Но с механизма вот. Кстати, вот тут у нас вот бумага, кстати, как и было в Нахимове, то же самое. Вот. Что это за корабль? Правда, подписан тут, к сожалению, на английском. Вот. Нифига не понятно. Ну, правда, вот мой друг и подписчик, кстати, подсказал. О, так, это что у нас там? Ух ты, ничего себе. Корабль легенда Титаник, группа. Нифига себе. Тут комп есть. Даже в ВК тут присутствует, ай-яй. Вот это да. Вот. Тут у нас тоже. Ну тут у нас ничего нет. Дальше тут. Вот что. Потом. Как говорится, что у нас еще. Говорят, что это корабль. Вот мне мой друг и подписчик сказал то, что вот. Что его. Что он был в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года. Вот тут у нас вот аппарат, вот, исследовательский, который вот опускается под воду там, чтобы поглядеть. Осматривается эти вот. Академик Мстислав Келдыш, Калининград, то есть приписан к этому порту. Вот такие вот новейшие шлюпки. Вот они. Такие вот, ну. Здесь ничего нету, естественно. Вот. Тут у нас российский флаг. А, кстати, вот тут у нас на английском написано Академик Мстислав Келдыш. И тут тоже так же. Ну и я думаю, пора запускать наш корабль. Вот, сейчас мы приступим к этому. Давайте поглядим его снизу. Вот так вот тут у нас винты. Три винта не рабочие. Есть еще в носовой части корабля, но они не работают. Вот тут. Как вы видите, но не рабочие. У нас написано «Академик Мстислав Келдыш». Вот. Ну, модель корабля довольно-таки плохая, кстати, она четкая. Ну, не четкая, то есть, мыться. Ну, не то, что четкая, как говорится, но как бы объяснить. Ну, то есть, как говорится, такая нормальная, то есть, без графона. Так что, вот. Что разворачиваемся в обратную сторону. Кстати, я опять забыл отмотать вот тихо, сюда. Ну, на 12 часов. Думаю, будет достаточно. Вот так вот. Такая вот у нас хорошая модель корабля Академик Мстислав Келдыш. У нас, кстати, есть в паке кораблей. Ну вот опять вот у нас. Мне какая-то постоянно. Все, вот звук мы нормальным сделали сейчас. Вот. У нас тут есть в паке кораблей мы там Блин, как бы объяснить-то. Ну, короче, в паке кораблей, которые вот все корабли, которые были, будут. Вот, они также для игры Верши симулятора. Вот. Да, кстати, вот какой вот. Кстати, кто будет его скачивать? Вильгельм Гуслов, там в одной папке. То есть это в папке немецких кораблей, то есть там есть версия для Верши симулятора, есть для Virtual Sailor 7. Та версия, которая для Virtual Sailor 7, она будет в этом, как его, она в одной папке, то есть там гражданская и госпитальная. Вот, а вот это, есть еще там та же версия для Virtual Sailor, там она гражданская. Вот. Я думаю, пора заканчивать наш видос.
обзор нашего корабля. Так, кстати, у нас на выходные я попробую снять. Подумаю, я в RetroTrack Simulator что ли продолжить, или снять какую-нибудь новую игру, я придумаю пока что. Вот. Иду. Так, мы почти отплыли. Вот. Тут у нас вот написано, вот, Академик Мстислав Килдыш. Так вот, смотрите, моделька, цепи, все вот эти ящички там. Так правильно. Тут у нас вот компьютер, вот тут у нас вот, кстати, вот. Вот. У нас вот эти какие вот, для тех вот, кто, там вот, типа, кто на Северный полюс, там, типа, ну, это, кстати, у нас сразу видно, что старые, потому что такие изображения будут только в Советском Союзе. Ну, в советское время, в общем. Ну, это, кстати, действительно, вот, сейчас покажу, вот это самый крутой ништяк, вот, здесь вот, сейчас покажу, вот, это, вот, это корабль, это ВК на корабле, группа корабль «Легенда Титаник», сейчас по-нормальному, вот, пожалуй, полное сообщество «Титаник» в интернете, и мы не преувеличим, то есть, вот, это ВК, вот, можно зайти, правда, нифига не работает. Вот, ну это в общем, короче, я сделал создать модели. Вот. Ну я как говорил уже, модель неплохая. Вот, мне нравится, она в паке будет. А в дневном графоне, так у нас, кстати, Мильгин Гуслов и Карпати тоже так же вот. И Океаник у меня, кстати, 1899 года есть. И то, что они графонят иногда. Вот. Так что если что. Ну я думаю, если что, если засветут, то все вроде будет нормально. Я думаю, пора заканчивать наш видос. С вами был Майк. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых видосов по этой игре, по другим. Ждите это еще какие-нибудь обзоры игр. Кстати, у нас Virtua Simulator у нас будет с на следующей неделе, второй сезон у нас будет на обзоре теплоход Адмирал Кузнецов. Ну а потом со второй, третий, четвертый у нас будет 785 проект. Вот. Я оставляю ссылку, вот еще вот на этом видосе оставляю последний раз ссылку на этот, как его, на пак кораблей, дальше он будет только в группе, вот, потому что, или там, если вы что, сами найдете, в общем, в группе, там, можно, оттуда можете скачать, и так далее. Ну что, всем спасибо, всем пока, до скорых встреч.